Тысячи жителей Новокузнецка остались без горячей воды из-за спора коммунальщиков. Водоснабжение отключили в 100 многоквартирных домах. Виной всему долги муниципального предприятия «Сибирская сбытовая компания» перед местным водоканалом. Компания уже несколько месяцев проходит процедуру банкротства, а потому платит с перебоями. В итоге две котельные отключили от водоснабжения. В ситуацию вмешалась администрация города.